В честь столетия ДАССР в Махачкале состоялось торжественное награждение отличившихся в той или иной области специалистов. Это и медицинские работники, а также представители культуры, образования, сельского хозяйства, экономики. Все они получили из рук в Рио главы Дагестана различные награды. Слово Уме Ибрагимовой. За 100 лет Дагестан совершил настоящий прорыв в сфере экономики, сельского хозяйства, культуры, здравоохранения и образования. И все это благодаря труженикам и патриотам республики. Именно они получили благодарственную грамоту из рук урио главы Дагестана. Поздравляю всех со знаменательным юбилеем, вручением заслуженных государственных наград. Уверен, что у вас будет еще немало возможностей реализовать свои знания, опыт, профессионализм, талант и способности на благо республики. Желаю вам здоровья, дальнейших успехов и всего самого наилучшего. Для многих приглашение стало приятным сюрпризом. Барият Гасамагомедова, работник виноградной бригады. Женщина занимается этим делом уже 30 лет. Рассказывает, как порой собирает урожай практически без выходных. Ее труд впервые отметили на таком высоком уровне. На виноградник и на обрезку мы на выходные тоже ходим на работу. С 8 до 2, с 8 до 5 у нас рабочий день. Акубатая Масуева награждают не только за его достижения в науке, но и за помощь в период пандемии. Специалист в области пульмонологии, профессор, одним из первых начал консультировать людей. Давал советы как врачам, так и жителям всех городов и районов республики, кто к нему обращался за помощью. Акубатая Масуеву удостоили звания «Народный врач Дагестана». Во время этой пандемии, когда в начале особенно была царила растерянность, непонимание, пришлось там приложить некоторые усилия, чтобы определиться, что это за заболевание примерно, как вести себя, как лечить ее. Ну и консультировать. Награды званий были удостоены также духовные лидеры республики, учителя и общественные деятели. Все они, каждый на своем месте, сделал все от него зависящее, чтобы родная республика была и развивалась. Ума Ибрагимова, Руслан Салихов и Марьяна Курбанова. Время новостей.